Современные методы и инструменты преподавания казахского языка и литературы обсудили во Дворце школьников. Региональный форум собрал более 200 учителей и работников сферы образования, а также приглашенных специалистов из других городов. Он организован по инициативе Международного общества «Казах Тілі» и Министерства просвещения Республики Казахстан совместно с Акиматом Северо-Казахстанской области. Какие проблемы подняли педагоги, расскажет Аделия Кушекова. Для развития государственного языка и поднятия его статуса прежде всего важна роль работников сферы образования. С целью повышения их профессиональной компетенции в Северо-Казахстанской области проводят форум учителей казахского языка и литературы. Обменяться опытом приехали ученые и специалисты из Астаны, Алматы и Караганды. Это третий по счету форум в этом году. Он уже состоялся в Карагандинской и Акмолинской областях. Сегодня мы обсудим научно-методические вопросы по направлению казахского языка и литературы. Использование практических средств развитию грамотности чтения и культуры академического письма, учащихся на казахском языке. Повышение профессионального мастерства преподавателей, выявление творческих учителей и их поощрение. Поддержки распространения передового опыта. Развитие государственного языка – один из актуальных вопросов в стране. Для того, чтобы казахстанцы им владели на качественном уровне, специалисты постоянно совершенствуют учебную программу и разрабатывают новые методики, в том числе используя мобильные технологии и искусственный интеллект. Я работаю учителем 28 лет. Моя цель, чтобы молодое поколение владело государственным языком. В нашей гимназии мы обучаем казахскому языку по группам. Я думаю, что таким образом качество обучения будет выше. Помимо этого, проводим исследовательскую работу. Площадка собрала более 200 специалистов. Организаторы планируют провести такие форумы во всех регионах страны. Следующие в городе Тараз. Аделия Кушекова, Дамир Искендиров, служба новостей.